Ребята, я очень рада всех вас видеть. Сегодня понедельник, и этот день мы начнем с урока русского языка. Эх, надоело нам учиться. Давайте мы лучше вам споем. Поете? А давайте. Наша дружная семья, мама, папа с ним я, посещаем нынче школьные занятия. Даже бабушка и дед, нельзя без интернет, всей семьей сейчас мы просто без понятия. Даже бабушка и дед, нельзя без интернет, всей семьей сейчас мы просто без понятия. Вайбер, гаджеты, ватсап, папа очень-очень рад. Мама, помогать взялась, да так сильно увлеклась, так стараюсь, что опять сварить забыла. Мама, помогать взялась, да так сильно увлеклась, так старалась, что опять сварить забыла. А учитель наш кремит, шлет задания каждый день, математика, письмо и зубочтение. Как он бедненький без нас, бедный дружный белый класс, тоже ему теперь поднимет настроение. Бобры знают, честно я, что дистанционная с каждым днем учеба нравится все больше. Можно бегать и кричать, но урока не скучать, переменки стали веселее и дольше. Можно бегать и кричать, на уроке не скучать, переменки стали веселее и дольше. Но вы все же ах и ох, не пойму я в чем подвох, почему меня гуля не выпускают. Поэтому, друзья, вам признаюсь честно я, что по школе нашей все-таки скучаю. И поэтому, друзья, вам признаюсь честно я, то по школе нашей все-таки скучаю. Я скучаю! Эх, как же я скучаю по вам, Анна Владимировна.